Рассуждая о том, что наше будущее за высокими технологиями и искусственным интеллектом, мы говорим в первую очередь о тех, кто уже сегодня делает первые серьезные шаги в этой сфере. Илья Кучинский – один из таких молодых людей. Еще в младших классах юноша увлеченно знакомился с новинками технического прогресса, изучал то, что на тот момент было на гребне волны. Этот неподдельный интерес заметил учитель информатики родной для Ильи первой гимназии Ирина Горбацевич. И с той поры дружба наставника и ученика переросла в системную работу, которая дает отличные результаты. Учебный год вообще для него задался. Потому что в начале сентября он был участником ЕДЖОИ, это Европейская олимпиада школьников для детей до 15 лет. И он стал лучшим из 4 белорусов, которые участвовали в этой олимпиаде. Он взял серебряную медаль. Затем в ноябре была олимпиада ИАТИ, организованная болгарами, и опять серебряная медаль. В январе месяце Илья становится серебряным призером Желтыковской олимпиады. И берет диплом первой степени на международной олимпиаде МИСИС, которую проводит Московский институт вместе с МФТИ. Очевидно, олимпиада в Сингапуре для Ильи Кучинского не первое серьезное достижение, пополнившее большую копилку дипломов. За всем этим стоит большая работа. От 3 до 4 часов ежедневно юноша проводит за решением задач. Перед большими мероприятиями это время значительно увеличивается. Бронза на 33-й международной олимпиаде в Сингапуре стала еще одним подтверждением того, что все не напрасно. Белорусская команда была представлена 4 ребятами. Илья набрал 209 баллов за выполнение заданий. Его результат стал 3-м. Были и вправду сложные, наверное, подтолкнули на то, чтобы продолжать заниматься, чтобы выступить лучше в следующем году. Весь май мы, грубо говоря, занимались, и начало июня, и это только к одной олимпиаде мы готовились, а их огромное количество в течение года. И каждый нужно готовиться отдельно, потому что форматы различаются. Конечно, это уникум, это находка. Я благодарна судьбе. Ну, как учитель, я понимаю, что не каждому учителю достается такой ученик. Скромный, трудолюбивый, очень всегда копающийся, недовольный собой. Он всегда говорит после олимпиады: «Я мог лучше, понимаете, я потерял там». И я знаю, что в следующий раз он уже и этой ошибки не допустит. Вот такой трудяга, такой способный, замечательный парень. Следят за успехами ребят Ирины Горбацевич и многие ее выпускники. Сегодня они востребованы специалисты в сфере IT и своим опытом нередко делятся с теми, кто только ступает на этот интересный путь – путь программирования. Поздравляю ее с этой замечательной победой и желаем дальнейших успехов в этом классе. Что дальше? Ответ на этот вопрос Илья не ищет. Говорит, что продолжит трудиться в выбранной сфере. Программирование ему приносит не только успехи, но и особое удовольствие. А за такими увлечениями и их авторами всегда большое будущее. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.